Берем примерно 500 грамм капусты, шинкуем ее и отправляем в сковородку. Заливаем примерно половинкой стакана воды и тушим на медленном огне до полного испарения. Мелко нарезаем лук. Натираем морковку на крупной терке. Смотрим, что у нас в сковородке. Вода полностью испарилась. Двигаем капусту на край сковородки. Добавляем масло примерно 80 грамм. Добавляем лук с морковкой и примерно 30 минут тушим под закрытой крышкой. Пока все это тушится, берем 4 яйца. Через терку натираем сыр примерно 100 грамм. На крупной терке натираем картошку. Соли примерно 1/2 чайной ложки, перец по вкусу. И все хорошенечко перемешиваем. Наливаем все это в сковороду. Перемешиваем. И тушим примерно 40 минут под закрытой крышечкой. Всем приятного аппетита и не забудьте подписаться!